Hello, my friend. My name is Anna Mindrena. I live in London and I'm artist. Здравствуйте, меня зовут Анна Мендерена, я художник, и сегодня я буду оценивать вашу работу. Значит, добрый день, Гунел Хусейнова. Очень приятно с вами познакомиться, с вашей работой. Значит, касательно вашей работы. Картина написана очень аккуратно и со вкусом. Это просто невероятный подход. Ваша работа поражает воображение. Поражает воображение смысловая нагрузка вашей работы. Эта работа передает одновременно и силу, и мягкость в то же время. Значит, пропорции. Пропорции, по моему мнению, достаточно там точны в центре верхней и нижней части картины. Мы видим два главных акцента, на которых сосредоточена вся ваша картина. Четко ясно, что хотел передать художник в своей работе. Линии невероятно плавны. Каждый цветовой переход словно выплывает друг из друга. Каждая линия несет смысловую нагрузку, по моему мнению. Значит, тонкий подбор цветовой гаммы. Каждый тон поддерживает друг друга. Ни один цвет не рвется. Все плавно, все гармонично, все очень мягко. Секундочку, я себе здесь пометочки сделала. Значит, сочетанием и переходом цвета вы передали настроение своей картины. Вы каждым мазком показали характер важных героев. Прошу прощения, у меня ребенок за кадром. Значит, каждый завиток лежит в очень правильном направлении. Все выполнено очень верно, подход очень профессиональный. Ваша работа по достоинству может занять почетное место в кабинете влиятельного человека, так как ваша картина несет смысловую нагрузку и заставляет мыслить и размышлять. Ваша техника меня приятно удивила. Эта работа выполнена на достойном уровне. Вы талантливый художник, поэтому буду рада видеть ваши работы снова, буду отслеживать ваш прогресс. Меня действительно очень поразила ваша работа, скажем так, простыми словами, не к чему придраться. Все сделано правильно, технически правильно выполнено. Главная задача зацепить зрителя была выполнена. Спасибо вам большое и до встречи!